ребята, иду по улице, пока немножко иду, вам покажу. Улица. Иду из дома, где мы сейчас живем, в котором мы снимаем домик, я вам рассказывала. И иду в наш дом, который мы купили. Вот, продолжим немножко там, что мы сегодня сможем сделать. Потому что ждем зарплату, чтобы купить все, что необходимо нам для ремонта, ребята. Потому что закончились кое-какие мелочи строительные. Надо все купить и продолжить ремонт на кухне. Потому что, ну, закончилось все. И кухню не можем никогда делать. Вот. А сейчас хотим там в зале поклеить на потолке немножко плитку. И, как говорится, это наша работная на сегодня работа. Сейчас вам все покажу. Так, заходим, ребятки. Заходим. Так. Ну, тут ничего особо еще не изменилось. Ну, что тут может измениться, сами понимаете. Пока мы заняты внутри дома. Единственное, что поубирали мусор. Вот, вы видели, что тут все было заросшее. Хлам везде был, по углам были пакеты, мешки с мусором. Все это повывозили. Я вам уже показывала. Видите, снега нет. Вот. Ну, погодка, конечно, прохладная. Холодновато, сыро, промозгло. Ну, все, ребятки, идем в дом. И сейчас там вам все продолжу, покажу. Привет, кукла. Привет, солнышко. Привет, моя Халёся. Привет. Привет, наша собачка хорошая. Привет. Так, ребята, не пугайтесь. У меня растрепанный вид. Я работаю. Так, сейчас я покажу вам обзор. То, какую мы работу сделали по ремонту. Значит, сейчас я на кухне. Это я в кухню вошла. Ну, вы уже знаете, по моим прошлым сериям, это дверь с коридора в кухню. Ну, эту дверь мы еще будем красить. Не дошли мы до этого еще. Значит, что? Что мы сделали на кухне? Сейчас я переключусь и вам все покажу, ребята. Так, мои дорогие, ну, окна, вы знаете, я привела в порядок. Как могла, все там, рамы мы вытаскивали, внутри все помыли, замазали все щели, покрасили, рамы вставили, опять все замазали, вокруг покрасили. Вот два окна. Слава богу, для этой кухни окна хорошие, большие, мне нравятся, и подоконники такие, можно цветок поставить. Вот, далее, ну, обои мы тут все ободрали. Вы все видели по прошлым моим сериям, здесь были щели огромные, просто дыры. Значит, это все штукатурилось. Вот здесь, ребята, все штукатурилось. Это уже просто густой известью забелено. Здесь в прошлых сериях, вот посмотрите, у меня с первую по шестую серию есть все, как начиналось. Вот тут, видите, вот тут вот все щели замазаны, заштукатурены. Вот потолок, ребята, даже такой, стали обдирать, оно стало обваливаться. Ну, естественно, мы это все ободрали хорошо, потому что, ну, зачем оставлять, уже все капитально. Заштукатурили, ребята, вот, забелили густой известью. Сейчас мы ждем, чтобы все хорошо подсохло, и начнем побелку потолка, приводить его в божеский вид. Но здесь надо белить не знаю сколько раз, ну, посмотрим. Так, ребята, дальше. Вот здесь, вот тут такая идет, получается, по потолку вот такая балка. Не знаю, ну так строили. Вот тут мы тоже все вдоль этой балки обдирали, все штукатурили, ребята, тоже. Потом оно подсохло, забелили густой известью, все. Вот это тоже все будет забеливаться. В общем, весь потолок, ребята, мы приводим сейчас в порядок, делаем ремонтные работы. Вот тут тоже ободрали. Зашпаклевали, здесь вот такие щели, это зашпаклевали мы. Ну, вы поняли, вот такую работу мы на кухне проводим сейчас на потолке. Стены мы, я вам показывала еще в третьей, по-моему, серии, вот эта вся стена обдиралась, штукатурилась, это мы привели в порядок. Вот тут тоже сверху, видите, все, 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 потому что каждую щель, каждую дырочку... Муж тут проводку чинил, как говорится, делал. Все, ребята, вот с потолком мы сейчас. Вот как только мы приведем в порядок, мои дорогие, потолок, все, тогда мы примемся за стены. Будем клеить обои. Это уже вот как бы мы распланировали. Потому что иначе никак. Вот потолок теперь надо будет белить, белить, пока не будет такой ровный, хороший тон. Потолок я хочу здесь сделать бежевым цветом, ребята. Бежевым цветом. Белым не хочу. Во-первых, тут печка. Ну, бежевым хочу и под обои. У меня будут обои, там будут цвета такие коричневые, бежевые,
цвет кофе с молоком, и поэтому я хочу вот такой сделать бежевый. В общем, ребята, напишите мне в комментариях, как вы думаете по этому поводу. Тут у нас что-то, ну тут не обращайте внимания, тут все строительные штучки мы не убираем, потому что нам постоянно что-то нужно, и это все, когда уже закончится, это все уберется. Пол вот такой тут, линолеум, мы его будем весь убирать, снимать. Мы уже купили новый линолеум и будем тут стелить полностью новый линолеум. Под этим линолеумом мы, естественно, проверим, в каком состоянии пол. Если надо будет, подремонтируем. Дмитрий Александрович наш дорогой. И потом постелим новый линолеум. Все, потолок будет красивый, пол красивый. Все щелей, дыр нет, все заделали. Обои поклеим, ребятки. Ну, вот такой фронт работы в самое ближайшее время, вот ближайшую неделю должен быть у нас выполнен. То есть мы должны работать на полную катушку, как говорится. Ребята, перемещаемся в нашу гостиную. Ну, вы уже видели в прошлой серии, я показывала. Ну, еще раз покажу, что тут мы, как говорится, практически ремонт сделали. Окна привели в порядок, окна у нас все почищены. Промазаны, все покрашены внутри, снаружи. Батарея покрашена. Батарея тут такая идет. О, не батарея, труба, ребята, труба. Отопление здесь. Труба за диваном. Вот она выходит куда. Вот эта труба. И вот этот, значит, мягкую мебель я вам показывала в прошлой серии. Вот мы ее просто так составили. Еще мы не соединяли между собой. Просто она нам мешает. Она у нас стояла тут посреди комнаты. Просто мы сейчас вот так подвинули, ребятки. Видно вам, нет? Чтобы освободить пространство. Там внизу будут шкафы. Вот такие еще задвигаться. Шкафы. Вот пуфик и вот кресло. Вот такая мебель. Мягкая у нас будет в гостиной. Ребята, мы ее купили. Ну, я вам в 6-й серии там рассказывала, что и как. Ну, здесь, естественно, у нас будет телевизор. Все, ну, пол приведем в порядок. Здесь будет ковер. Ну, собственно, для гостиной этого, ребята, достаточно. Сейчас мы хотим здесь с потолком разобраться, потому что здесь есть кое-какие недочеты. Мы хотим подклеить. Тут такая плитка. Ну, пока так. Это мы сейчас будем делать, ребята. Сейчас еще раз вам покажу спальню. Ну, вы ее уже видели. Ну, еще раз покажу. Все тут так же, как и было. У нас обои. Батарея покрашена. Окно покрашено. Правда, сейчас тут такое освещение, что немножко тускловато. Вот знаете, я заметила, в вечернее время, когда включаешь свет, обои намного лучше смотрятся. Но разбогатеем, купим другие. Ну, главное, чистенько, хорошо, аккуратненько. Это шкафы вот как раз-то от мягкой мебели лежат. Их туда надо будет вот туда вставить нам. Вот, ребятки. Ну, в общем-то, я вам показала обзор, что к чему, что мы сейчас будем делать. Все вы увидели, все вы уже сравнили, что было и как становится. Так, еще мы кайму не клеили, еще сюда кайму надо приклеить, да. Вроде кажется, что все делается медленно, ну, я же вам говорю... Здесь слишком быстро невозможно все сделать. Здесь столько работы было, что катастрофа, просто катастрофа. Друзья, ну вот, мы закончили с плиткой на потолке. Всякие изъяны, шероховатости подклеили, заделали, ну, как могли. Все, на сегодня наш фронт работы закончен. Все остальное я вам уже сказала, что нам необходимо, нам надо купить, чтобы продолжить ремонт в кухне. Ну что, хочу сказать вам большое спасибо, что вы были сегодня со мной, что смотрите мои видео. Также спасибо вам большое за комментарии, которые вы мне пишете, за советы, которые даете. Я обязательно их всех, все ваши советы возьму в копилочку своих советов и обязательно ими воспользуюсь. Пишите обязательно мне комментарии в новой серии, также очень жду. Пишите свое мнение, как вам наш ремонт. Ваше мнение о том, как продвигается наш ремонт, как мы его делаем, что не так. Конечно, я говорила, что мы не специалисты, как умеем, как понимаем, какими располагаем, так сказать, финансами, такой ремонт пока мы и делаем. По крайней мере, будет чисто, уютненько, ну а дальше уже посмотрим. Как говорится, потом война план покажет. На этом заканчиваем, мои хорошие. Всем всего самого доброго. Всем удачи, благополучия.
Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки после просмотра моего видео. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы вы получали своевременно уведомления о выходе моих новых серий. Ну, собственно говоря, все. Всем спасибо и до новых встреч на канале Алена Терешкова.